зовут Али Халила. Я приехал из Баку в Киев. Я занимаюсь, мне нравится этот вид спорта. Мне нравятся гимнасты, которые тренируются в Украине. Я не очень рассчитывал, что я займу первое место, но как получится. Я ставлю перед собой цель стать олимпийским чемпионом. Нам пришло приглашение с Киева. Сказали, было написано, что проводятся такие-то соревнования. Ну, естественно, согласились, мы хотели поучаствовать на этих соревнованиях. Хорошие ребятишки, я думаю, поколение растет неплохое. Будет, я думаю, еще лучше потихонечку. Ну, у вас есть сильные спортсмены, есть на кого равняться во всяком случае. Все хотят работать чисто, красиво, хорошо. Подражать кому-то хотя бы, чтобы получалось, как у них. Я пожелал бы нашим детям, и вашим, и нашим, это дети, они везде дети, всем здоровья, счастья, главное – здоровье. Остальное все придет, я думаю.